Приятный подарок в преддверии праздника – благодарности Совета депутатов городского округа. Работников библиотек лично приехал поздравить Михаил Мурзаков. Это награды за профессионализм и вовлеченность в культурно-образовательный процесс, которую сегодня требует профессия библиотекаря. Здесь много что есть. И люди к этому привыкли, они сюда идут как в некий многофункциональный культурный центр. Наши библиотеки сумели встроиться в современную жизнь, и у них это очень хорошо получается. Чтобы интерес к книгам не пропадал, современные библиотеки реализуют ряд культурно-просветительских программ. В библиотеке номер 8 работает проект «Литературная игра». Это помогает привлекать юных читателей. Профессия библиотекаря становится все более творческой. Оттого она и интересна. Я люблю свою работу. У нас очень хорошие читатели, люди все вежливые, мы все друг друга знаем, со всеми сотрудничаем, к нам с удовольствием приходят. Сюда приходят не только за знаниями, но и за культурой. Для виновников торжества и посетителей звучат произведения классиков Вивальди и Римского-Корсакова. Концертную программу подготовили преподаватели детской школы искусств номер 4, лауреаты областных, всероссийских и международных конкурсов. Такие встречи с представителями творческой элиты в библиотечных стенах всегда запоминаются. Для нас, для пенсионеров, не работающих, это, конечно, очень подспорья и познавательно. Московская филармония приезжала, была, вот последний раз был «Триумф», вот, где гусли и домбра была. Очень-очень нам познавательно и очень интересно. Быть читателем на одной волне – значит быть в тренде. Отвечая интересам людей, библиотеки не забывают и о главном – воспитывать культурное поколение. Андрей Латынцев, Константин Химичев, Первомытищинский.